Прохладно сегодня. Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Знаете, я переименовал свой канал недавно. Посчитал, что так будет правильнее для меня, для всех, для вас. Более созвучно. Теперь мой канал называется Дим Димыч. И знаете, был тот самый неловкий момент, когда переименовал канал и за ночь 10 подписчиков сбежало. Такое впечатление, что не понравилось название. Ну, я думаю, подписчики, те, кому мой канал не интересен, уйдут, а тем, кому интересен, придут в двойном числе. Потому что я готовлю большое видео, про интересное видео, про свою работу в Эмиратах, про свой опыт, как устроиться на работу, кем я тут работаю, сколько можно заработать и так далее. Тема обширная, я думаю, будет интересно. Многие сейчас интересуются заработком за границей, в частности в Эмиратах. Чем хороши Эмираты? Тем, что здесь работа официальная. И это теплая страна. Вот сейчас 26 декабря, скоро Новый год. Дубай — это туристический город, и каждое заведение, каждый супермаркет большой старается привлечь как можно больше туристов. Делать специальные новогодние предложения, как это вообще в Европе, в странах СНГ и так далее, естественно. Ставят елки, они между собой соревнуются, у кого самая большая елка, самая красивая елка, как можно лучше украшать свой магазин и так далее. За этим очень интересно наблюдать, и я побывал на нескольких елках больших. И вот очень классная елка в Эмиратс Молле стоит. Она стоит в холле высотой в 3 этажа. Очень красивые там игрушки, много людей фотографируются, отмечают это место в соцсетях и так далее. Получается своего рода реклама, да, такое. Вот, завлекают таким способом людей. Это классно. Получается отличное новогоднее настроение и, в общем, все довольны, все счастливы. И еще очень классное место — это непосредственно в гостинице «Парус», в знаменитой Бурж-Аль-Арабе. Ну, я бы не сказал, что прям там елка супер высокая, но она поистине сказочная, вы знаете. Там по центру, когда заходишь в Бурж-Аль-Араб, есть фонтан, такой каскад, да, по которому течет водичка. Сейчас в зимнее время эту воду всю убрали и выложили как такую дорогу, ковер такой из подарков. Очень классно смотрится, в серебряном стиле, такой очень стильный такой Новый год. Просто потрясающе. Несколько фотографий вам приложу, потому что, ну, видео там особо не поснимаешь. Как бы 7-звездочная гостиница, и экскурсии туда сейчас запрещены. Холод. Сегодняшнее видео хотел сделать такого плана, да, по поводу моего канала, чтобы вы поняли, что канал не только про машины, про Дубай и так далее. Канал, в принципе, про мою жизнь. Снимаю то, что происходит. Снимаю, как я отдыхаю, да, как я работаю и так далее. И по поводу работы. Буквально 2 дня назад нам в салон приезжал наш постоянный клиент. Ну, он не так уж часто приезжает, но когда он приезжает, замечают все. Вы уж поверьте. У меня на канале уже было видео про его машину. Это Bugatti Chiron. Назвал я это видео Bugatti Veyron, потому что, если честно, сам не знал, что это Bugatti Chiron. Меня поправили в комментариях. Спасибо вам, что смотрите, что проверяете. В общем, Bugatti Chiron, красно-черная у него, 24 номер. Естественно, что номер, что машина стоит космических денег. Но 2 дня назад он поразил всех. Он приехал на другой Bugatti Chiron с номером 5 двоек. Знаете, ну, когда смотришь на такие машины, просто даже не понимаешь, зачем ему 2 одинаковых таких моделей. Ну,
На самом деле, я думаю, у него их не две, у него больше, и не только Бугатти в его автопарке стоит. Ну, в общем, вы поняли, эти арабские шейхи, они сходят с ума иногда. По машинам и по роскоши и так далее. Я немного раз видел Бугатти Вейрон, а тем более Бугатти Чейрон. Машинка на самом деле очень маленькая, такая низкая, может это мне так показалось, но она довольно широкая и на самом деле смотрится как игрушечная. Почитал про нее в интернете, максимальная скорость вообще запредельная, там около 450 км в час. При такой скорости покрышек у нее хватает на 10 км максимум. Естественно, там громадный расход топлива и так далее. Ну, наверное, вы уже сами про эту машину много чего слышали, но я еще раз решил проверить, мне было интересно. Все-таки не каждый день приезжают такие машины к нам в салон. Ну, и это своего рода для нас статус, такая повод для гордости, да. Потому что у нас салон тоже обладает 6 звездами. Вот, это такой салон, знаете, в который вы заходите по ковровой дорожке. Вас встречает на входе хостес. Хостес у нас египтянин из Египта, города Луксор. Очень такой колоритный парень. Он встречает вас в кондуре. Подает вам сразу арабский кофе. Кофе называется гуава. Естественно, угощает вас сладостями и так далее. Вы присаживаетесь на мягенький диванчик. К вам подходит персонал и уточняет, какой бы сервис вы хотели сегодня получить. И вот мой сервис — это один из лучших в этом салоне считается. Я делаю массаж. Также у нас зона спа. Это массаж и марокканские бани. Настоящие марокканские бани с двумя арабами, которые родом из Марокко. Они знают марокканскую баню от и до. Я еще не попробовал, но вот очень хочу к ним сходить. Все никак не выберу время такое, чтобы расслабиться, чтобы потом не работать и так далее. Работа у меня, в принципе, несложная. Ну, наверное, несложная она потому, что я работаю в этой сфере уже более 5 лет, и многие фишки просто делаю на изи. Для меня вообще не проблема там промять мужика 150-килограммового. В принципе, труда не составляет. Все дело в опыте, наверное. Уже появились какие-то свои фишечки, свои приемы, которые даже вот... Даже люди, которые ходят постоянно на массаж, они иногда удивляются, да. Но для таких людей нужны хорошие массажные столы. В моем салоне стоят отличные просто столы. Они полностью электрические, регулируются в 3 положениях. Подголовники, подлокотники и так далее выезжают автоматически. Все необходимое присутствует. Это, конечно, облегчает работу. Ну, вот такое вот небольшое видео получилось, так сказать, представление моего канала и анонс следующего видео. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Пишите в комментариях, что еще вам интересно про Дубай. Постараюсь снять видео, рассказать поподробнее. Всем пока! Всех с наступающими праздниками! С Новым годом, Рождеством!